Всем привет! Так как мы уже поговорили с вами о реагировании на инциденты, и если вы помните, мы посмотрели на реальный кейс, как можно, как хакеры взламывали WordPress сайт, как у них получилось достать доступ к админке и получить там уже reverse shell, сделать привязк. Сейчас я хочу вам это все показать на реальной практике, но перед тем, как мы начнем, наш курс Blue Team vs. Red Team, вы можете посмотреть все, что я здесь буду показывать, на продвинутое сканирование, продвинутые веб-атаки. Все тут модуль есть, все готово. Я буду использовать сегодня WP-Scan, потому что я нашел машину WordPress, которая делает почти полностью то, что делает то, что мы смотрели на прошлом видео. Вот здесь, где у нас было начало расследования, мы проверили вместе, как кто пытался брутфорсить логин-пароль, куда они пошли, какой reverse shell поставили и что у них получилось. То же самым принципом я сейчас попробую взломать другую машину. И опять, как я сказал, в этом курсе вся информация есть, которую возможно учить делать то, что я сейчас попробую вместе с вами решить. Я нашел такой бокс на VulnHub. Если вы знаете VulnHub, тут все бесплатно. Это Linux-машины, которые сделаны для того, чтобы вы их взламывали, то есть CTF. Машина сделана для VirtualBox, но, как я понимаю, и на VMware тоже можно использовать, но я думаю, большинство из нас на VirtualBox бесплатно работает, удобно, особо проблем не должно быть. И тут, видите, OVA-файл. Нужно сюда кликнуть, этот OVA-файл скачать. После того, как вы это сделаете, у вас появится просто OVA-файл, который вы кликните, и откроется уже он VirtualBox, как виртуальная машина. Один раз кликаем, он импорт делает автоматически. Я покажу, что у меня сейчас в VirtualBox происходит, и как я буду работать с этой машиной. Потому что обычно я только показывал TryHackMe или HackTheBox, где с VPN подключаешься к их серверу. Сейчас я буду это все делать у себя на локальной машине. Что намного лучше, потому что Nmap и другие сканы все намного быстрее работают. Теперь, вот, у меня есть моя Kali-машина, которую я буду использовать как для атаки. И вот ColdBox Easy 4, который использую. Чтобы эти две машины друг друга видели, есть несколько методов, и бридж, и остальное работает. Я могу показать. Я сделал новую сеть. Нужно зайти в Network и поменять на NAT Network. Есть отдельно NAT, есть NAT Network. Кликаем на NAT Network и сеть, которую вы сделали сами. Обе машины должны быть на этой сети. Опять, David Network, имя не важно, делайте, что хотите. Если у вас нету такой опции, то нужно перейти сюда, зайти сюда в Network, и вот здесь NAT Network, здесь добавляйте какую-то новую сеть, потому что без этого у вас просто не получится делать то, что я делаю конкретно. После того, как вы это сделали, просто две машины включаем, и я сейчас открою. ColdBox трогать не надо. Просто она должна быть включена. Там все уже автоматически работает. Мы не пароль, ничего не знаем, как залогиниться, и нам это не нужно. Нам нужна вот наша Kali-машина. Теперь, у нас план. Если помните, как вы смотрели план, сначала рекон. Попробуем посмотреть, какая информация есть, какие серверы доступны. Я уже знаю, что это будет WordPress, там написано, но все равно. Скан делаем, посмотрим, на каком порте, какая версия WordPress, что у нас, в общем, происходит. И будем эту машину взламывать. Надеюсь, root получить сложно у нас не будет. Машина написана как easy или very easy. WP-Scan. Если вы на Kali Linux, у вас уже есть, но я думаю, если вы на Mac или на другом Linux, вам нужно это самим установить. На Mac все очень легко. Pre-install. Это работает и с ARM, и с Intel чипами. На Ruby, Ruby Gems, вот, можно Gem install WP-Scan, если, потому что WP-Scan полностью написан на Ruby. Поэтому так просто устанавливаете. Сначала Ruby, Gem и Gem install WP-Scan. Я бы рекомендовал, если не хотите через все это проходить, просто использовать Kali Linux и особо не думать. Очень сложно, так как тут все уже за вас установлено. Первым делом, чтобы мне понять, какая это машина, как ее сканировать, мне нужно ее IP-адрес узнать. Вот если я сделаю ifconfig, вы можете видеть мой IP-адрес 10.02.15. Означает, я должен сделать netdiscover моей сети, что происходит 10.02.0/24, потому что мой IP-адрес, если помните, был 10.02.15. Мне нужно сделать 0/24 в конце, означает все IP-адреса, которые могут быть в этом нетворке, попробую не найти. И sudo, конечно. 10.0.2.1, 10.0.2.2 уже должны быть заняты. У меня есть 3, у меня есть 7. Вот, 7 что-то новое, я такого не видел. Попробуем пинг ему сделать. 10.0.2.7. Пинг идет, значит, связь есть.
Теперь просто сделаем скан. Sudo nmap. Давайте сделаем sc, sv, типично. 10.02.7.2.7. Сделаем output, пусть будет в... А как машина называлась? coldbox.txt, допустим. Пока что примитивный скан. В принципе, я могу и тире-а добавить на всякий рядом. Это ничего не даст мне, но... Нет, не нужно. Мне просто нужно убедиться, что у нас есть веб-сервер. И если вы помните на TryHackMe и в других местах, когда вы делали, там скан может длиться легко минуты, две, три, потому что все-таки вы через сеть подключаетесь. Тут продлилось где-то 3-4 секунды. Мы видим, что у нас есть... Вот 80 порт, Apache сервер открыт. WordPress, мы видим версию WordPress, вы уже можете... Обычно я как бы делал, я вижу эту версию WordPress, можно пойти в WordPress и exploits можно сразу написать. Я знаю, что это старая версия WordPress, вот WPScan уже написано. Я попробую, я не уверен, можно этими эксплойтами взломать или нет, я знаю, что, наверное, можно, но я попробую сделать максимально так, как было в Incident Response. Уроки, видео, где мы смотрели, как кто-то взломал брютфорсом и нумерейтом и остальным всем. Попробуем этой логикой идти. Но если это реальный пентест, вы сразу видите версию, сразу можно пойти посмотреть, есть ли какие-то эксплойты или нет. Nmap у нас готов. Давайте перейдем, значит, порт 80, значит, 10.02.7. Тут что-то точно должно быть. The cold box is here. Welcome, designed by cold... Это отметим. Тут, возможно, что-то интересное есть, потому что написано «Design by Cold», и он отмечен. Можно в комментариях что-то искать. Ищем, ничего не нашли. Мы видим themes, мы видим плагины. Окей. Окей. Ну, ладно. Если это WordPress, то означает, тут будет где-то WP-логин и все остальное. Давайте сразу GoBuster включим. Я даже не уверен, GoBuster на этой машине у меня есть или нет. Есть, отлично. Можно хотя sudo не нужно. Ладно, я уже sudo написал. Сейчас удалю. Sudo с directory-u должно быть наш URL 10.02.7. А wordlist мы ему дадим. Давайте usr share wordlist. А в dir, по-моему, есть small text. Да. И output'ом давайте напишем robuster coldbox.txt. Опять, не обязательно output делать. Я просто делаю это для себя. А тут только hidden. Okay. Может быть, small не лучшая идея была. И попробуем medium. Такой текст-файл есть. И medium текст-файл. А какие файлы тут есть? Common, наверное, называется. Common text, да. Common text. HTTP password, index.php, wp-admin. Вот, в принципе, это то, что нам нужно в wp-admin. Проверим на секунду. wp-admin, правильно? Да, WordPress логин, конечно. Это можно было и так догадаться, но все равно я так сделал. Ладно, работаем. Мы знаем, у нас точно WordPress. Теперь нужно этот WordPress отсканировать. Давайте так и сделаем. Вот WPScan идет. Проверьте, что он у вас есть. WPScan-help можете написать. А если нету, вот, можете написать GitHub WPScan. И здесь прямо идти по инструкции скачать. Даже если вы на Mac, все у вас сработает. Но, как я понимаю, на Windows это не будет работать. Неважно. Я не пробовал, как минимум. WP-сканом нужно это отсканировать. Тогда мы делаем -URL 10.02.7 и сделаем -E для enumerate, чтобы посмотреть, какие юзеры есть, общую энумерацию. Красота. Если синтаксис правильный, то он должен начать работать. Вот updating database пошел. Пока это работает, нет смысла просто ничего не делать. Можно пойти на главный сайт снова. Здесь я бы немножко покопаться, на эксплойты посмотреть. Тут уже вручную можно много чего делать. Я, пожалуй, пока лучше дождусь, пока все отсканирует мне, и посмотрю, может, какие-то юзеры. Можно сразу смотреть. Headers. В принципе, мне не интересно. XML, RPC, enabled, direct access, да. Readme found. Окей, тут readme есть. В readme, может быть. Ничего особенного. Конечно же. External WP cron version, вот, написано version insecure, о чем мы говорили, правильно? Версия не готова, cron есть проблемы. Я надеюсь, что здесь будет где-то с юзером, потому что мне нужно попробовать брютфорсом взломать, чтобы было максимально похоже на ту атаку, которую я вам показывал.
Не найдено. Found by RSS. Вот, юзеры Philip, Colt, Hugo. Я помню, на главной странице было Colt написано, правильно? Это с нулем, да? Давайте эту копию сделаем. Посмотрим, если это старая версия WordPress, то означает, в теории я могу здесь неправильный пароль написать. И да, тут есть уязвимость, вы можете увидеть. Можете догадаться пока как, но я скажу. Пароль, который вы написали, не подходит юзеру Colt. Это серьезная проблема, потому что эта уязвимость доказывает, что юзер Colt реально существует. Обычно нормальный сайт, если вы видели, написано логин или пароль неправильный. Так нужно делать для безопасности. Еще хуже было бы, если написано пароль правильный, но юзер неправильный. Это еще хуже. Но тут написано четко Colt, юзер есть, пароль нету. Но теперь нужно брютфорсить. Вот этого я, в принципе, и ждал. Надеюсь, брютфорс получится. Это VonHub. Если вы знаете VonHub, TryHackMe и все остальное. У них есть одна общая вещь. 90% времени пароль находится в rockyou.txt. Если вам нужно делать брютфорс, или даже больше. Потому что, ну, это CTF, и все знают о rockyou.txt. Поэтому попробуем сейчас так и с ним делать. Попробуем сделать брютфорс. Для этого мы должны сделать опять wpscan-url10027. И для брютфорса тире у, по-моему, большая cold, запастим, тире p тоже большая, usr share void list. Rocky текст у меня есть, окей. Ну, включим, посмотрим, что у нас будет, если атака пойдет. Enumerating, password attack, вот пошла атака, посмотрим. Это на самом деле может длиться очень долго. Я посмотрю, если где-то... Через пару секунд. Окей, ладно. Я уже хотел сказать, что я вернусь к вам, пока закончится, но, к счастью, кто создал этот CTF, был очень добрым человеком. И пароль рано поставили в руки. Первый, наверное, 100-200 строчек. 9-8 до нуля, окей. Где копии сделаем это? Логин. И не дает ошибку. Вот, зашли. Супер. Мы зашли сюда. Теперь здесь уже можно покопаться. Помните, как там было? Мы должны были... А если на Incident Response вспоминать, там кто-то нашел 404 PHP, туда поставил Reverse Shell и получил обратную связь. То есть я могу сейчас попробовать именно так Reverse Shell получить. Я должен вспомнить WordPress. По-моему, в Appearance у нас, да? Appearance... Appearance Editor. Где можно меня... Посмотрим, где у нас... Вот, 404 template, нашли. А вместо этого кода мне нужно поставить PHP, пойдем на PHP, reverse shell monkey, или как-то так называется, GitHub repository, PHP, pentest monkey, да. Имя перепишем, PHP monkey, ага, хорошо. А где у нас PHP наш код? Вот. Это давайте скопирую сейчас. Я, в принципе, могу прямо отсюда скопировать. Я хотел у себя на компьютер поставить, но я не вижу смысла. Можно прямо здесь скопировать. Перейдем сюда. 404 PHP. Давайте это удалю все. Здесь нужно пару вещей поменять. Поскольку мне нужно получить reverse shell, мне нужно здесь IP-адрес написать моей машины, который я уже не помню. 10.0.2.5. Порт можете писать, что хотите. Я 1, 2, 3, 4 оставлю, не вижу смысла менять. И после этого мне просто осталось уже это все сохранить. Где мы сохраняем? Вот, update файл. Окей. Теперь нужно заставить, чтобы 404 этого сайта включился. И когда он уже включится, мы можем перейти... Сначала давайте включим Netcat'ом 1, 2, 4 слушать будем. Попробуем перейти какую-то... Где-то место, где не найдено, 404 not found. Но, в принципе, я не так должен был делать. Я должен был пойти прямо на 404 template, который здесь существует. Поэтому сейчас URL давайте рукой я впишу. Есть одна проблема. Я с 404 сколько modify не делаю, не работает. Поэтому попробуем что-то другое, может быть. Давайте попробуем вернемся сюда. Еще есть какие-то PHP-файлы? Какие можно edit сделать? Это footer, какой-нибудь header, не знаю. Давайте поищем. Footer. Footer PHP есть и header PHP есть. Давайте footer попробуем.
Давайте сначала вот это все скопирую. Футер попробуем делать. Футер же в главной страничке. Обычно все 4.0.4 PHP делают, но у меня не получилось. Наверное, я что-то неправильно делаю. Поэтому сейчас просто сделаем апдейт этого файла. Попробуем перезагрузить страничку. Поскольку хедер уже на главной странице есть, то в теории, если я сейчас это включу, то... О, окей. Получил. Shell ужасный. Нужно сделать апгрейд. Python. Я не помню наизусть синтакс. Upgrade shell. Посмотрим. Это легко вспомнить просто. Я никогда наизусть такие вещи не учу. Нету ничего стыдного, чтобы искать. Плюс хорошо, что вы сейчас так видите, я это делаю. Думаю, вам может помочь. А не если чисто все монтажом, я за 5 секунд сломал. Python 3. Вот, это нормальное дело. Clear еще не работает. Ладно, пока не буду это устанавливать. Посмотрим, что у нас тут есть. В принципе, мы уже доступ получили к командной строке. Теперь нужно найти метод, чтобы больше не быть частью www.data. Можно, например, пойти... Где мы сейчас находимся? Resume Working, да. Directory CD var, может быть. И... www... Здесь... Почему я L не могу написать? HTML, тут что-то интересное есть. wp-content, admin, login... Я пытаюсь найти какие-нибудь настройки, которые мне покажут, где у меня есть файл, чтобы... Были какие-то пароли или что-нибудь, какая-то уязвимость, возможно. Сейчас в основном это ищу, но в HTML... Может, settings? Посмотрим. wp-settings.php А в настройках... Вот, я, может, что-нибудь тут есть. Что-то из базы. Да, это длинный файл. Да, немножко длинный. Давайте посмотрим еще в другие места. Где тут еще какие файлы у нас есть? Тут есть wp-config. И только php. Посмотрим здесь. А тут есть что-то. Окей, это я где-нибудь сохраню для себя сейчас, потому что... Давайте открою какой-нибудь... Это. Так, у нас DB name cold box, DB user cold, DB password, cyber security. Получается, у нас user cold, наверное, есть. C-O-L-D-D с этим паролем. Я могу тогда на этого юзера поменять? C-O-L-D-D. Пароль cyber security. Могу. Окей, получилось у меня, да. А давайте перейдем на в мою папку. Может, там что-то есть? Обычно флаги там же ставят, правильно? D-O-L-D-T. Да, вот user текст вам. Хорошо. Первым делом всегда, когда такое дело, сделайте sudo-l. Может, какие-то у вас есть привилегии. Vim, chmod и FTP. Все можно с рута. Ну, по очереди тогда могу попробовать. Может, один только работает. Тут что-то по-испански написано. Может, это важно? Это потом. USR, bin, vim. Ну, в GTFO bins зайдем. GTFO bins на GitHub. Там же все равно все бинарные эксплойты есть. Здесь можно поискать Vim. Вот. Ну и как с помощью Vim можно получить reverse shell? You can break from the environment active shell. Теперь можно. Попробуем первое. Если sudo Vim получается, то если я так сделаю, что у меня получится? ID. Получилось так быстро, окей. И вот root текст вам тоже есть. Пожалуйста. Как-то так. Не самый чистый CTF, потому что я подумал, 4.0.4 у меня получится взломать, и там какие-то проблемы были. Я 2 минуты покопался, ничего не получилось. 4.0.4 попробовал другое. И да, в основном это единственная проблема, которая была. Все, остальное больше ничего не было. Все. Примерно как можно допустить доступ. Вы увидели, как админка WordPress выглядит, как WP-скан работает, как можно делать enumerate, brute force. Ну и примитивный эксплойт, CTF 1.0.1, классический, ничего серьезного тут не было. И все, надеюсь, вам понравилось. На этом все. Спасибо и до свидания. Пока.